Следующий у нас, мы уже почти, мы близимся к концу. Андрей Терентьев, старший преподаватель Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики. Махмуд, ну что вы, давайте. Спасибо, коллеги, здравствуйте. Ну, здесь уже много прозвучало о том, что происходит. Совершенно недавно обнаружил единственный положительный эффект слияния организаций образовательных, что со своим коллегой, который совершенно занимается тем, что не имело никакого отношения к деятельности моего вуза, мы с ним оказались вдруг работниками одного образовательного учреждения. Замечательно, но декларируется, что благодаря вот этому вот слиянию у нас сократится количество бюрократии. Но, друзья мои, то, что мы наблюдаем на самом деле в большинстве учреждений, все происходит с точностью да наоборот. Количество бюрократии только возрастает, появляются новые отделы, подотделы и так далее. И в конечном итоге мы видим, что ситуация не только не улучшается с оплатой труда в вузе, а она ухудшается в еще большей пропорции, когда бюрократия получает большую часть тех средств, которые, собственно говоря, выделяются на образование. Это первый момент. И хотелось бы призвать профсоюзы наши, те, кто работает, как-то хоть разоблачать эту ситуацию, получать доступ к бухгалтерской документации и доказывать, вот к чему приводит эта оптимизация. Это первый момент. Второй момент – эффективный контракт. Ну, все знают, да, я не буду останавливаться на подробностях. Я хочу обратить внимание только на один момент вот в эффективном контракте, который меня больше всего поразил. Вы все знаете, что он, этот эффективный контракт, нацелен на то, чтобы мы с вами были более эффективными педагогами, более эффективными преподавателями. Так вот, ни одного пункта вот из того, что там предлагается выполнять, я не увидел нацеленного на то, чтобы повышать качество, собственно говоря, самого образования, то есть того, как мы учим наших студентов, наших учащихся. Это второй момент, на который хотелось бы вот особо обратить внимание. Ну, разумеется, вот все остальное, что здесь прозвучало, тоже в нашем вузе имеет место. Это и то, что у нас с вами... Да, это и то, что у нас с вами в ходе этого, значит, оптимизации разогнали половину-половину, сами ушли тех, кто реально готовил специалистов. Что я хочу сказать, вот, подытоживая. Среди нас, коммунистов Объединенной Коммунистической Партии, значительное количество – это педагоги и студенты. Среди других вот здесь выступавших представителей организации я знаю, что точно такая же ситуация. Как сказал один известный фашистский деятель, университет – это рассадник коммунизма. Мы с вами на самом деле можем многое. Почему? Потому что практически вся страна – это если не наши обучающиеся, то это наши выпускники. Мы можем влиять на то, что происходит, мы можем разоблачать, что делают власти, и вести за собой людей. Давайте же будем делать это. Спасибо. Спасибо вам большое.